Так. Вот. Вортекс. Начнем. Бампер. Противотуманка. Так, батарейка села, сейчас поменяем. Значит, по низу ржавчина двери. Это снаружи пока. Вот арочки, да. Вот арочки. Фонарь задний. Задний фонарь. Яма. Крыша вроде целая. Сейчас. Двери, бампер. Арочки, да? Ну, ржавчина есть. Вот двери тут, да, вот. Давай, дверь. Люком. Так, породи. Двери правые, да? На пороге есть как бы. Работа нужна. Ржавенькие. Все равно. Работать надо. Вот левая сторона. Так, проверяем. 116 124 109. Дверь пошла 135. Вот 160. Дверь крашена. Второй слой облазит. Четыреста вот здесь шпака. По низу. Левая дверь. Короче, левые две двери облазит. Вот. Нажал. Облазит. Перекрашивали по ребро, вот здесь нет. Вот так. Перекрашивали вот так по ребро. Как крыша. 136. 116. 125. 9. Капот нормальный. Крыло нормально.
двери. Нормально. Не крашены двери. Вторая дверь тоже не крашена, не пошла. И вторая дверь тоже своя. Нет, это дверь целая. Еще ждем, когда запер. Свиней возили, наверное. Багажник, да. Вон. И пахнет навозом. Свиней возили. Обшивка вся, конечно, тоже. Не зверей, ну не зверей, ничего не пахнет. Нормально. Задняя дверь. Здесь все на месте. В принципе, я по прибору сказал. Так, ключ один везде. Закрываться, открываться. Лысая резина, блин. Лысая убитая резина, конечно. Сейчас капот открою. Так, раз левая сторона, значит, посмотрим еще здесь. Нет. Только двери, получается, были сделаны. Только двери сделаны. Значит, вспыхнет, и все нормально. Ну-ка. Нормально стоит. Так, вот табличка. А вот это место гнилое, дыра. Это вот стакан гниет вот в этом месте, как вот там стакан. Вот здесь вот, смотрю, дыра. Прям сквозная будет дыра, место таблички. Что, делаем запуск с проводов.
Да, или этот работает, да? Или этот движок. Движочек ровненько работает. Опа. Затроил немного. Это он немножко затроил, потом обратно выровнялся. Бензин есть. Такая, конечно, подушатанная машинка. Я как будто свиней возили. Грязи, блядь, немерено. Сейчас колесо накачаем, прокатимся. Молоты не откручиваем. Вот он раз что-то затроит, перестанет. Сейчас еще раз, когда затроит. Покажу. Слушай, целые, не сломаны. Вот гнилой стаканчик. Начал гнить. Там тоже уже целые пары. Не сломаны. Есть. Ржавчина, ну, да, герметик, капот родной, не снимался. Болты уже не откручивали. Панель родная, наклеечка старенькая, все в порядке. Панель родная. Сейчас колесо накачаем, прокатимся. Ну вот какое-то гудение в двигателе. Когда обороты даю, перестает. Ну гидрач тоже. Слышишь, да? Гудит. Вот какое-то гудение есть. Что занят? Здесь уже не продавливается. Не продавливается. Да-да. Вот. Играет.